Друзья, всем доброго дня! Сегодня мы поговорим об вот этой вот интересной шестигранной люстре светильники на потолке из гипсокартона. Да, это не натяжной потолок, это именно гипсокартон. Тем интереснее решение, которое вы сейчас видите. Сразу скажу, это эксклюзивное, то есть светильник handmade, сделан на производстве специально под нас для нашего проекта. Да ладно всем похуй, ты чё? Это система Fergips, арочный профиль. И давайте посмотрим, как мы всю эту красоту с самого начала делали и исполняли. Вернулись чуть назад. Вот он наш светодиодный светильник или светодиодная люстра, как ее хотите, так называйте. На самом деле это получается сваренный на производстве светильник из профиля ST50 компании Fergips. То есть это арочный профиль, специально создан для арочных туннелей, как вы понимаете. Но под наш проект эксклюзивно нам как бы изготовили вот такую вот конструкцию. Мы на канале уже, кстати, показывали, как делается арочный туннель из профиля Fergips. Сейчас появится ссылочка, можете по ней перейти и посмотреть более подробно, как вот такой вот монтаж производится. В нашем случае это, по сути дела, ребята заморочились на производстве, напилили из профиля ST50. 6 одинаковых частей с правильными запилами углов, чтобы у нас получился красивый гексагон. После чего его сварили и покрасили. К сожалению, при транспортировке из Москвы в Сочи внутренней части, блин, разорвало. У меня есть всего один вопрос. Как? Но это никак не повлияет на монтаж сегодняшнего светильника, потому что он также все сварен. Эти части останутся за плоскостью потолка. Все лицевые стыки, хорошо подогнанные, остались цельными. Вот. Получается, внутри с двух сторон заложена светодиодная лента, она уже спаяна. Тоже как бы постарались все за нас. И здесь у нас есть два вывода, которые мы будем подключать к блоку питания. После чего все будет корректно работать. Напоминаю, что светодиодная лента работает только от блока питания, не от 220 вольт. Это важно. Также, когда светодиодная лента загорится, я думаю, вы обратили внимание, внутри светового туннеля ничего не видно. Даже если бы у нас что-то, какая-то герметичность шва была нарушена, герметичность, как подводные лодки у нас. В общем, если было бы нарушено, все равно это было бы не видно. Так что мы это еще покажем в процессе, и вы поймете, что такие вот нюансы, которые произошли с нашим светильником, это все-таки нюансы. А теперь переходим на потолки. Давайте, как бы, в общем, производить монтаж, потому что как бы, ну, сборка осталась еще в Москве за кадром. Конечно же, получается, у нас светильник будет вписан в плоскости всего потолка из гипсокартона, а именно изначально каркас. Сейчас вы видите вот здесь вот еще только накрученный профиль по периметру для теневого зазора BP80. Нам надо же на эту высоту подвесить наш вот этот достаточно крупный громоздкий светильник. Вот. Как его разметить, я рекомендую делать это исключительно на потолке. То есть выбрали место, где он будет, все-таки много граней и углов. Прикладывайте прямо к потолку, не стесняйтесь, не боитесь. Опа! То есть прикладывайте, как он у вас будет, мы его хотим в этом углу где-то расположить. Вот, и очерчивайте контуры. При этом желательно сразу очертить контуры не только на потолке, но и также на гипсокартоне, то есть вставка, которая будет врезаться внутрь светильника. Если вы этого не сделаете, потом все это вырезание гипсокартона уже с прикрученным на потолке светильником будет достаточно сложным. А теперь я зову начальника. Начальника. А у меня нет начальника. Какой у меня начальник? А теперь я зову помощника, и он очерчивает, получается, светильник на потолке. И, соответственно, по каждой грани мы прикручиваем монтажный уголок нужной длины. А здесь длина прямо колоссальная, поэтому уголки нам потребуются реально большие. Ребят, тут за кадром распереживались, что мы не показываем, как обрисовываем на потолке, естественно, по внешнему периметру. Внутри по внутреннему. В принципе, логично. Но с учетом того, что, как бы, получается, есть бортики, возможно, где-то надо будет отрезать чуть больше. Главное, нам контур. То есть потом корректировки делаем уже по факту. Не запутайтесь.
One hour later. Вот такую конструкцию мы придумали, то есть по периметру мы закрепили брусок 50 для того, чтобы сделать вот такие вот отпуски из монтажных пластин. У нас потолок очень низко опускается, все это продумано, но, соответственно, здесь какие-то обычные монтажные уголки нам не помогут. Теперь мы выставили лазер в произвольном горизонте, замерили расстояние до линии будущего потолка. Вы сейчас видите, да, видно же, Саша, да? Да. Соответственно, профиль BP80, там накручен, направляющий профиль 28 на 27. По сути дела, мы померили до именно этого профиля. И теперь это расстояние с небольшим запасом плюсом переносим на пластины и подрезаем их на нужную высоту. После чего в люстре просверлим отверстие, выпускаем проводки на разные стороны и уже монтируем ее на потолке. То есть, я надеюсь, это все понятно. Ничего сложного. По факту такая конструкция может любую придумать, если потолок опускается не слишком низко, то там пойдут обычные монтажные потолки, эти уголки по периметру. Но лазер здесь необходим, надо подрезать прям точно нужную высоту. Итак, перед тем, как делать каркас и зашивать потолок, я напоминаю, что светодиодные люстры, где вставлена светодиодная лента, не работают от 220 вольт. То есть нам нужен обязательно блок питания, вот он подвешен временно на 12, либо как у нас 24 вольта. Плюс блок питания должен по мощностям быть на 20-30% больше мощности погонного метража самой ленты. У каждой ленты определенное количество ватт заложено по мощности на каждый погонный метр. Соответственно, мы подключили блок питания, там все у нас расписано, это СВГшный блок, все удобно, во многих роликах это показано, то есть есть у нас фаза 0 земля, а потом идут минус 1, минус 2, потому что у нас две линии у ленты, а потом плюс 1, плюс 2. Если вы все правильно подключили, то наша люстра загорелась. Замечательно. Теперь надо определиться, где мы устанавливаем блок питания, потому что блок питания, в отличие от ленты, часто выходит из строя, ну как часто, ну раз в 5-10 лет, наверное, выйдет из строя. И поэтому рано или поздно его придется заменить. Поэтому я рекомендую такие блоки питания устанавливать в слаботочных щитах, например, либо как у нас есть специальное подсобное помещение, где стоят котлы и бойлеры. Там мы все блоки питания и размещаем. То есть теперь мы спокойно набираем каркас и подшиваем гипсокартон. Ребят, здесь вы видите, на потолке уже получается светильник вписанный в каркас, профили 60 на 27 вставлены в 28 на 27 направляющих профиль, который прикреплен к профилю фергипса BP80. Вот конкретно у нашего профиля, из которого сделан светильник, это невозможно, поэтому в этих частях мы крепились просто саморезами с пресс-шайбы в бортик. Крутятся саморезы с пресс-шайбой легко в алюминиевый профиль. Также легко можно закрутить и обычные саморезы по гипсокартону. То есть я это показываю. Оп, и притянули. То есть проблем никаких нет. То, что крепимся по периметру с пресс-шайбами, не очень хорошо. Придется как бы эти места учитывать и, возможно, что-то там вырезать с задней стороны гипсокартона при монтаже, чтобы не было шишек. В остальном, в принципе, стандартная схема. Профили расставлены у нас 60 на 27 через 60. Можно было сделать усиленный каркас через 40, подвешиваются на, получается, спицы и пружинные подвесы из-за того, что у нас большой отпуск. Вот после того, как каркас собран, просто обшиваем гипсокартоном, делаем малярные работы, мы это много раз уже на канале показывали, и возвращаемся и смотрим, что получилось. Вот такие вот, друзья, дела. То есть уже потолок, как вы видите, зашит, покрашен, люстра включена, смотрится замечательно, а еще на стеневые зазоры по камню, по периметру. В общем, реально система Fergips многие вопросы технически на потолках из гипсокартона решает. Всем рекомендую. На этом ролик подходит к концу. С вами были парни из камня. Делайте своими руками, делайте хорошо. Всем до новых встреч. Пока. И здесь мы видим просто два вывода, которые надо будет подключить к питанию и, соответственно, блоку питания. Подключить питание. По-моему, это не пентагон, а секстагон. Секстагон. 6 углов. Подожди. У пентагона 5. Пента, секс, сексагон, подожди. Ну правильно, как он называется? Подожди, а гексагон, это гексагон. Это или будет. Гексагон, это гексагон, 6 углов, гексагон, пентагон, правда. Что это?
Я тебе говорю, брат, все нормально будет. Нормально? Нормально будет. Сейчас нормально? Да, нормально будет. Подожди. Вот так поставим. Вот так. А, ну все правильно. Да. Нет. Как так? А, нет, 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 нет. Не так надо поставить. Разворачивай. Да, да, да. Вот. Все равно подходит. Нет, ну это понятно, то же самое, но просто... А, ну то же самое. Да.